Всем привет, дорогие подписчики! Вы снова на канале StarCat. Первым делом я бы хотела извиниться за то, что меня так долго не было. Ну что, как, ребятки, скучали по мне? Да, как вы увидели, что я неделю отсутствовала на канале, после Хэллоуина я не выпустила ни одного видео, а уже 8 ноября. И сейчас, ребятки, я вам немножко все расскажу. Кстати, да, я забыла вам объявить о том, что сегодня у нас снова распаковка новой декорации для LPS. И где же я эту неделю была? Дело в том, ребятки, что я начала ходить вот неделю назад на процедуры. Как вы знаете, у меня очень плохое зрение, и чтобы его до конца не потерять, мне нужно раз в год делать уколы в глаза. Так вот, я начала делать эти самые уколы. Прихожу в частную больницу, и там мне делают 6 уколов за один раз, можно сказать. 2 укола в глаза, 2 укола в виски и 2 укола внутримышечно. И так каждый день. В течение 10 дней. Мне очень тяжело это давалось. В первый день мне вообще, я заплакала. Это было очень больно. Вот скажите, у кого было так, что кому-то из вас сделали 6 уколов за один раз? Ну, мне кажется, вот такого ни у кого не было. Ну, как-то я это пережила. Уже 5 дней я хожу. У меня сильные отеки под глазами. Как вы понимаете, что сильно в телефоне много лазить нельзя во время этих процедур. Поэтому я ничего и не снимала, и не монтировала. Конечно же, сегодня я снимаю это видео. Мы за монтаж, наконец-таки, заключительных серий «Тайна из Декарты». Этот сериал закончится. Вообще, это был, по идее, фильм. Я вам объяснила, где же я все-таки пропадала. Ну и мало того, после уколов нужно мне было отдыхать в эти выходные. Но нет, там мне приперлись дети, и весь мой отдых накрылся медным тазом. А приход детей, то есть моих племянников, для меня это очень-очень стрессово. Это доставляет мне гигантский стресс. Ладно, хватит болтать. Вам все рассказала. А теперь пришло время показывать мой новый набор для LPS. Поехали! Вот такой вот наборчик, ребятки, это все та же парнила. Я думаю, вы помните, что недавно я распаковывала точно такой же набор. Видите, то же самое парнила, только с такой вот комнаткой. И позже увидел на WildBrainz точно почти такой же набор, только коробка чуть-чуть больше, с вот такой вот кухней и с такими вот прикольными куколками. Мне он понравился, и я решила его заказать, потому что мне очень нравится вот этот производитель и как он производит такие вот домики со съемной крышей. Сборные домики, они очень классные. И вот как вы заметили, что они типа делают какой-то вот плагиат на Little Pet Shop, что-то похожее упаковку у пэтов. Я думаю, вы помните упаковки от пэтов. Вот они делают очень похожие. Ну, этот дом все равно мне очень нравится. И здесь вот показана серия таких домов. Хочу вот такой рок-пати. Вот такой вот у меня есть. Давайте распаковывать, нужно снять пленочку. И, кстати, в наборе идут вот такие вот классненькие куколки, которых я дам племяннице. Давайте распаковывать. Вот я сняла пленку. Вот, посмотрите, уже можно разглядеть. Вот коробка с этой стороны, с этого бока, с вот этого вот бока коробка. И вот так вот она выглядит сзади. Я вытащила две вот такие вот радости, которые я, как говорила, дам племяннице. Распаковала набор. Первое, что мы видим, это вот такие вот столбики, упаковки и вот такая вот часть крыши. Дальше мы видим такую вот мебель с едой, такой вот столик. И, как вы видите, разная всякая еда и мебель. Дальше у нас идет такая вот задняя стеночка нашего будущего дома. Еще одна задняя стеночка. Потом мы вставим эти стенки вот сюда вот. Потом у нас идут вот такие вот переснимачки, наклейки, которые нужно будет наклеить на вот эти вот, столбики. Вот так вот. Ну и, конечно же, сам дом. И нужно еще заднюю часть открыть. Ну и вот задняя часть, я вам позже все покажу. И последнее, что здесь осталось, это вот такие вот плитки, которые нужно отделить. Ребятки, конструкция этого домика понятна. Это вот такие вот две, вот такие вот части. Между этими частями будут вот эти вот столбики,
и вот эти вот картонки, которые мы вставим сюда вот в бок и сюда вот. Давайте начнем собирать дом. Что ж, я собрала такую вот конструкцию. Она у меня пока в сыром виде. На эту часть мы наклеим наклейку. И вот, я же, как говорила, между этими частями мы сейчас будем наклеивать картон. А пока она у меня так выглядит. Вот так вот. В моем прошлом доме крыша снималась. Здесь она тоже съемная. Сейчас мы будем вставлять вот эти вот боковые вставки. Что ж, ребята, я вставила вот такие вот боковые стеночки. Как я понимаю, это будет какой-то праздничный набор. И надо сейчас вставить вот эту вот заднюю стеночку. Ребятки, крыша у меня готова. Теперь мы можем ее вставлять вот сюда, вот так вот. И сейчас уже Пэт может оценить здание. Угу, прикольненько. Осталось наклеить переснимачки вот такие вот на эти столбики. Сейчас мы это и сделаем. Что ж, ребятки, дом у меня готов. Я сейчас вам хочу показать куколы, которые шли в наборе. Вот такие вот прикольненькие резиновые куколки. Они довольно классные и очень даже качественные. И у них все резиновые, они вот так вот могут сидеть. Они сделаны из податливой резины, и в том наборе в прошлом мне уже попадалась очень такая же куколка. И она тоже может сидеть. Вот так вот. Не знаю, как вам, но я думаю, что детям такие куклы, возможно, понравятся. Что ж, дом мы собрали, самое время посмотреть на мебель. Ребятки, я все открыла, если честно, я в шоке, потому что здесь очень много всяких классных аксессуарчиков, очень вкусненьких, давайте я вам все покажу. Я разобрала мебель, и в наборе шел вот такой вот классненький столик и стульчики. Но столик, правда, немножко странноватый. И здесь, кстати, я заметила, все резиновое, но стульчики очень классные, и мне они очень нравятся. Но я офигела от этих аксессуаров. Много блюд, но я немножко, в принципе, не понимаю производителей. Тут как-то все непонятно сделано, сейчас я вам все объясню. Я как понимаю, это такой вот birthday party. На вывеске написано было, сейчас рассмотрим все это и поставим в домик. Это день рождения, тут вот такой вот классненький вкусненький тортик оранжевый. Такая тарелка с кексами. Кексы отсюда вынимаются. Такая классненькая тарелочка. Также здесь шли вот такие вот тортики. Вот эти вот, такие вот прикольненькие тортики. Три тарелочки. Ну, это я все понимаю. Они очень классные, вкусные. И также здесь шли вот такие вот, вот такая вот штука, на которой хранятся продукты. Но я немножко не понимаю. На картинке здесь все немножко по-другому. Торт и вот какой-то вот вот эти вот кексики и какая-то вот штука непонятная на картинке. Я просто что не понимаю, здесь очень все странно. Здесь лежала вот такая вот тарелочка, и для этой тарелки нужны как бы кексы. И здесь одна такая тарелка с кексами, вот. Но для этой тарелки нет никаких кексов. Шел тоже вот такой вот аксессуар, который очень плохо стоит и плохо держит на себе вот такие вот всякие тоже вкусняшки. Такие кексики, очень вкусненькие кексики, очень аппетитно выглядит. Такой вот вкусненький леденец, но все слабо держится. Я сначала подумала, что это вот эти вот кексики, которые вот здесь вот. Надо сюда вот эту тарелочку, но нет, они здесь никак не держатся, не фиксируются. Это какой-то, я не знаю, какой-то брак, что ли. Я не понимаю, зачем нужна эта тарелка, если для нее нет кексов. И еще вот в этой держательнице есть вот такая вот странная штука и дырка, то есть на нее должно что-то крепиться. Я не понимаю, что, то есть на картинке этой дырки нет. Я не понимаю, если честно, они как-то здесь не продумали все это, но тем не менее, вот такие вкусненькие кексики, они мне пригодятся. Такие тортики, таких аксессуаров у меня не было, и они реально мне будут полезны. Торт этот двухэтажный, этот второй этаж снимается, и вот так вот он делается. Очень классный торт, буду его использовать. И что я заметила, на столе такие вот какие-то странные дырочки, квадратные и однокруглые. Я, правда, не знаю для чего, но стол прикольный, не знаю, буду ли я использовать его или нет. Он, наверное, высоковат. Да, высоковат немножко, но ничего страшного. В любом случае, набором я довольна, за 450 рублей это редко такое найдешь. Давайте же всю эту вкуснятину выставим в нашу комнату.
И, кстати, я забыла сказать, что в наборе шли вот такие вот классненькие питомцы, такая вот обезьянка. У меня уже такая точно есть из прошлого набора. Точно такая же есть. Вот она, кстати, теперь у меня будут две такие обезьянки-подружки. И шла вот такая вот кошечка, в том наборе этой кошечки не было, но я очень сильно ее хотела. Теперь она у меня будет. Такая классненькая кошечка, милашная. Ну и как вам моя новая декорация? Мне лично очень нравится из-за того, что он такой вот сборный, и из-за того, что тут много аксессуаров прилагается. И, конечно же, из-за того, что здесь съемная крыша. Ну и вот мой дом, который я тоже недавно приобрела из этой же серии. Как вы видите, они очень-очень похожи. Это же одна серия. Эти домики я очень люблю из-за того, что у них такие классненькие съемные крыши, и они мне очень-очень сильно нравятся. Они очень классно, гармонично смотрятся, такие вот классненькие, две комнатки. И еще, кстати, можно снять крышу и поставить один домик на другой. Вот такой вот у меня целый двухэтажный классный домик. Он очень обалденный. Мне очень нравится серия этих домиков, и я буду еще ее собирать и покупать дополнительные домики. И давайте я вам покажу его оборотную сторону. Вот так вот этот дом выглядит сбоку. Очень красиво. И вот так вот он выглядит с задней части. Тоже безумно красивый дом. И этот дом я видела в распаковке у Элен. Она распаковывала точно такой же домик от этой же серии. Назывался Rock Party. И у него задняя часть была точно такая же. То есть это очень классно. Это мне очень нравится. Очень обалденный дом. И еще здесь очень подходит по цветам. Я могу как бы эти вот детали поменять с деталями того домика. И у меня будут розовые, эти вот пол и крыша вместо синих. Тоже будет смотреться очень неплохо с этим вот фоном. И, конечно же, снимаем крышу и делаем продолжение декорации. Ну и как вам? Очень классно. Пойдем покажем внутри. Хорошо. Ну и вот так вот все выглядит внутри. Такая вот комната. Всякие пироженки классные. Всякие деревица, очень красиво, внутри все обставлено. Также вот это вот красивенькое, такой вот стендик со сладостями выглядит очень классно. Все так по-праздничному, такие вот гирляндочки висят, шарики. И на вывеске, кстати говоря, написано «Birthday Party», значит, кто-то празднует день рождения. Не зря ждут торт. Чудесно, чудесно все это выглядит, красивые аксессуары. Красивый тортик, все очень классно, все так подобрано красиво. Очень классно и вкусно. Хочу попробовать. Ну, садись, конечно, сейчас всех наших пригласишь. И вместе будете пробовать. Конечно, приглашу. Какой торт ароматный. Попробую. Ням-ням-ням-ням-ням. Очень вкусно. Что ж, ребятки, на этом все. Я распаковала, показала вам этот чудесный домик. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите этому видео лайк. Что ж, я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была я, StarCat. И всем пока-пока. А я пойду кушать эти чудесные сладости. Какая чудесная киса. Будешь моя милашка. Сейчас выберем себе тортик. Ну-ка. И будем кушать.